Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет угольная армия и Колизей. Я, как обычно, проспал. Почти всю неделю надо сейчас догнать. Сейчас постараюсь бариком создать. Осталось у нас всего 5 минут на все про все. Сейчас как-то так нахрапом создадим быстренько. Ничего себе, герои тут сегодня. Жесткие. Так, ремка утекания, малышник. Живо. Хранитель. Огненка. Утекание, не ремку поставим. Рину. Огненка. Так, череп, ремка, берс и горгул, ожива, ремка. Вот такой вот состав будет. Поехали. Шанс слива минимальный. Буду сейчас выходить, потому что времени осталось 5 минут. Надеюсь, справимся. Ой, тут кубчик еще есть. Может, это купидона взять. Пока вроде нормально идем. 3 из 3. Сегодня потестируем огнекрыло на угольной. Думаю, будет неплохо смотреться там. Так, окей. Пока есть живые игроки. Так. Вот это слив, наверное. Не спас его Купидон. Купидон может бафнуть и можно очень быстро слиться. Так, тут должны валы затащить. Отлично, уже золото. Немало, кстати, игроков смотрю, потому что если бы боты были, то ждали бы до 21 секунды. Так, уже платина есть. Полпути. Обязательно участвуйте в конкурсе на пирата. Ссылочка будет под видосом. Буду постить вам под каждым видосом, чтобы кто не в теме еще участвовали. А то некоторые до сих пор пишут на... О, ничего себе, слились. На конкурсы, которые были месяц назад. Так, есть. Идем на 400. Ну, пока только один слив. Вот еще один слив, ничего себе. Жесткая шапка, что ли? Так, что, все? Нет. Есть живые. Да ладно. Жесть какая-то. Такие же команды были перед этим. Нормально все было. Ну, сейчас за счет того, что можно сколько хочешь бегать. Опять слились. Можно смело себе просто тыкать. До окончания времени. Так, есть. Осталось 1,5 минуты. Няша. Жесткая няша. Ну, дадут нам хотя бы 600 забрать или нет? 400.
Так, ну, думаю, успеем. У нас там еще есть, по-моему, один день. Я уже после полуночи добью. Еще раз, Няша, ужас просто. Так, минута осталась. Если у вас есть возможность донатить карту, то это как бы Колизей, это так, не проблема. Там 23 или 27 карты, и можно сразу же попасть в топ, если же вот пошли боты уже. Так, ну-ка еще разок. Опять это Няша, ну жесть какая-то. Вот видите, а сейчас рандомчик, мы ее победили. Странно как-то. Вот эта локация рандомная очень, можно в одного и того же состава выиграть, проиграть. Так, что нам сейчас скажет, что все? До свидания. Не дала противника, дала бота. Так, есть. Все, больше мы не можем. Ну, еще два добьем. Окей. Так, ну, вы, думаю, многие уже видели мой состав. Я бегал максимум, набивал, все волны проходил. Сегодня я буду вот таким вот составом бегать. Поменял Бигфута на Огнекрыла, хочу потестировать. Также сейчас надо на Афинку поставить. Так, на Отхил у нас все стоят. На Афину поставим сейчас питомца и пойдем тестировать. Так, Афина. Легко потеряться. Так, на Афину мы поставим вот его, Авиара. Вроде все, погнали, будем смотреть. Саныч. Ну тут, как видите, дальше волн нету, это очень плохо. Хотелось бы дальше, чтобы их открыли, можно было тестировать. Тут до 15 волны можно даже не смотреть. Ну, Бигфут, я не знаю, Бигфут здесь тоже очень хорошо заходил. Просто менять кого-то тоже смысла нет. Все остальные более важны, скажем так. Ну и Огнекрыл, посмотрим, что он покажет. В принципе, где-то приблизительно они одинаковы. Но Бигфут в некоторых моментах даже, наверное, поярче будет. Ну ничего, посмотрим. Сейчас дойдем до волн с отражалками. Так, отлично. Пока все вроде живы. Тыковка у нас с исцелением. Так, 18-я волна. Стопримся, смотрим, что у нас поменяется сейчас. Возможно, сольемся, тут стоит с бастионом. Вот видите, что делается. Все здания отрубили, сволочи. Драйки. Так, ну вроде все пока нормально. Демон заходит. Так, тыковка у нас жива. Что-то я не могу разобрать. Тыковка. Да, тыковка у нас жива. Но он неактивный. Вот это плохо. Стоят все как вкопанные. Так, 21-я волна. Ну, в принципе, вроде справляемся. Вот, с ведьмами разобрались. Отлично. Так, у кого у нас слили? Непонятно, кого у нас там слили. Ворожая, по-моему, слили. Да, отхила вообще не вижу. Все печально. Так, взяли разгон. Смотрим дальше. Не, не вариант. 23-я волна, как видите. У нас ворожая нету. Ну, я смотрю, он справляется очень даже неплохо. Смотрите, как урон держит. Миссует по нему.
24-я, 538. Все из-за того, что мы как бы не убили. Ну, тоже, в принципе, результат довольно-таки неплохой. Поехали дальше. Да, ворожай, конечно, подслился, это печально. Надеюсь, этот заход сейчас будет более удачным. Ну, здесь Анубис нужен, Афина нужна для зарядки, ворожай тоже нужен для отхила. Стрелок нужен, тыква однозначно нужна. Вот и все, вот у вас все места уже распределены. Возможно, в дальнейшем добавят сюда еще нам пару таблеток, откроют следующие волны. Было бы неплохо. Ну, а так, смотрю, Огнекрыл неплохо смотрится. 16-я волна. Вот все начинается где-то 16-я, 18-я волна. Вот смотрите, как отлично. В кому просто ввели, и вообще супер. Неплохо смотрится. Ну, самое главное, что сейчас, чтобы сейчас демон зашел удачно. И... Ай, мы его замедлили. Ну, в принципе, нормально. И мы ведьм слили, которые сейчас будут идти. Разогнались и ведьму слили. Потому что если мы их сейчас не сольем на следующей волне, это реально будет жесть. Вот Анубис начал бить уже нормально. Так. Выживаем. Отлично. Вот тут вот вся загвоздка, вот эта волна. Супер. Так, есть, ну, 22-я, видите, в принципе, нравится мне он здесь. Единственное, мы быстро его убиваем, и тут... Так, ну, вроде отлично пока. Так, морозим. Ворожай жив. Ух ты, жестко, на ком-то мы там посливались. Но тыква до сих пор жива. Что радует. Но посливались, конечно, мы жестко. Смотрите, что делается. Это просто жесть. До 4-я пошла последняя волна, и мы еще все равно, тыковка жива была. Отжигает с исцелением, конечно. 25-я волна, ребят. Стрелок? Да, стрелок тащит. Жесть просто. Ну, 621 тысяча, то, о чем я и говорил. То есть... Состав более-менее стабильный. Единственное, все зависит от того, как на последней волне вот этой вот вы будете убивать быстро. То есть 621, вот видите тут. Я в прошлый раз 647, по-моему, набивал. Вот где-то 15-16 буду. На первом 671. То есть тут надо... Чем быстрее вы набьете на этих демонах больше урона, тем выше в топ вы подниметесь. Поэтому как-то, ну, немножко неправильно. Надо, чтобы уже следующие волны открывали, можно было дальше бегать. Потому что 25-я волна, как видите, это пока предел. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Возможно, что-то поменяем в следующем заходе. Кого-то другого можем потестировать, поставить. Ну, в принципе, этот состав, как видите, оптимальный. То есть я все время вхожу в топ. То есть набираем максимум, что можно. Все, всем пока.